Я блины уже показывала, как печь и как я их делала. Теперь я возьму, у меня вот такая, даже не знаю, как она называется по-русски. В общем, это красная рыба, она как с творогом смешанная такая. Но начинку можно, в принципе, тут любую. Все, что в холодильнике у вас есть, можно все взять сюда. Нам вот это нравится на вкус. Я из нее сегодня сделаю. Смазываем. И вот так внахлёст. Блины разрезала наполовину. Складываю их внахлёст. И смазываю. И так вот дальше смазываете и разрезаете вот так, кладете внахлёст, смазываете и дальше. Штук 8 блинов я сделаю. Сильно большой не буду делать пенёк. Так, штук 8 блинов возьму. Вот у меня 5 блинов, я их смазала, сложила их внахлёст. И начинаем их вот так вот скручивать. Вот тут, где внахлёст, я снизу смазывала тоже, чтобы они прилипали хорошо. Можно какой-нибудь сливочный крем взять. Вот так вот выставляем наш пенёк. Он должен быть немножко больше. У меня он маленький получился. Блины, конечно, лучше больше брать. Толще делать. Вот так. И теперь будем украшать его. Я буду украшать с того, что у меня есть. Я выдавила круглые вот такие вот штуки с сыра. И сделала вот такие маленькие надрезики. И получились вот такие вот цветочки. Обсыплю это все. У меня мороженый укроп. Лучше сухую какую-нибудь зелень. У меня ничего сейчас нету. Сделать вид травы. Красить с колбаски, вот вырезала цветочки, грибочками украсить. Грибочки тоже можно разные положить. Тут украшать уже сами, как на свой вкус и на свою фантазию. Зелени побольше можно было бы. И вот эти покажу, как я сделала кругляшки. И складываю их несколько штук сразу, чтобы не по одной делать. И вот такие вот цветочки. Вот у меня их 2 сразу получилось. Вот такая примерно полянка с пеньком. Пенечек. Ну, можно и побольше сделать, можно и такой маленький.
Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Если хотите видеть другие видео, нажмите на картинку, чтобы увидеть данное видео.